Нарядные, с яркими букетами ребятишки в сопровождении родителей спешили к начальной школе номер 13 имени Мухаммеда Искужина. Среди образовательных учреждений городского округа школа заняла свое достойное место. Обучение детей на родном башкирском языке выбирает все больше родителей. Об этом говорит статистика. В этом году за парты 13-й школы сядут 60 первоклассников. Им предстоит долгая дорога к знаниям. Ну а к торжественной линейке они подготовили первые выступления. Рассказывали стихи на башкирском и русском языках. Мама косу заплела, бантики расправила, ранец новенький дала, в первый класс отправила. Не меньше первоклассников в этот день волновались родители. Для них это тоже начало новой страницы жизни. Но взрослые уверены, что отдают своих еще маленьких детей в руки профессиональных педагогов. Я сегодня привела своего сына, 1-Б класс. Волнуемся чуть-чуть, да? Думаем, что в дальнейшем хорошо будем учиться. Более уверенно себя чувствуют учащиеся выпускных 4-х классов. Для гостей мероприятия они подготовили концертную программу. Ну а учиться, если одни идут с большим желанием, то другие отдохнули бы еще. Соскучился по друзьям, по учителям, но в школу не очень хотелось. Ну, рано вставать, уроки делать. Я соскучилась по друзьям, по учителям. И в школу я тоже хочу. В своем поздравлении директор школы Аниса Тулиганова отметила, что за последние 3 года количество учащихся выросло, и в этом году здесь будут учиться 180 детей. О том, как важно обучение ребенка на родном языке, говорили и гости праздника. Можно общаться на других языках, можно на русском, можно на английском языке общаться, но родной язык – это не язык общения. В родном языке это природой заложено все. И способности. И раскрывается только на основе родного языка, родной музыки, все способности ребенка. По доброй традиции учащиеся подарили учителям и гостям мероприятия цветы. Затем был дан первый звонок, означающий начало нового учебного года. Впереди детей ждет наполненная яркими событиями интересная школьная жизнь.